Здание на Первомайской, 9, готовят к капитальному ремонту. По фасаду дома пошли трещины, в результате чего жильцов аварийки выселили. На разработку проектной документации на выполнение капитального ремонта здания выделили 664 тысячи рублей. Напомним, обследование дома показало, что угроза обрушения строительных конструкций отсутствует. Сейчас управляющая компания обеспечивает подключение систем газоснабжения и водоснабжения. Жители уже вселяются в свои квартиры. Около 200 туристов не могут вернуться в Архангельск из Анталии из-за неисправности самолета. Целую ночь горожане провели в ожидании рейса в турецком аэропорту. Самолет должен был приземлиться в Архангельске сегодня утром, но случится это теперь только завтра в 7:30 утра. Тем временем в турагентствах Поморья сообщили, информация об очередной задержке турецкого рейса не поступала, так же как и обращений туристов. Северодвинскому приюту «Четыре лапы» необходим фотограф, причем не для создания альбома на память, а для распространения изображений щенят. Сейчас маленьких четвероногих в приюте рекордное количество – 50. А чем старше животное, тем сложнее найти ему хозяев. Всех желающих запечатлеть маленьких питомцев на фото волонтеры просят обращаться прямо в приют или связаться с ними через группу социальной сети.